Александр Колб, созвездие. Синим углу Максим Одношевин, кул 3. Осор, 3 раунда по 2 минуты. Александр Колб, 95-го года рождения, 2 года занимается салатом. За время занятий провел 14 боев, 9 одержал победы. Имеет технический разряд «Зеленая перчатка», является победителем первенства России 2013 года в дисциплине АСО. Представляет клуб «Созвездие», тренируется под руководством Сергея Буланова. Чтобы уже было с разных сторон посмотреть. Там думаю. Thank you.
Магнашилов 4 года занимается салатом. За время занятий провел 23 боя, 20 одержал победы. Имеет технический разряд «Синяя перчатка». Является победителем всероссийского турнира «Серебряная перчатка» 2013 года в дисциплине «Компакт». Представляет клуб «Риф», тренируется под руководством Виктора Успенского. Выходу будем готовиться Першутки, Щеглов. Коля вам завтра покажет. Понятно. Коля уйдет завтра. По комбо, слабо по комбо, да? В этом бою единогласным решением судьи победу одержал Максим Одношелев. Смена рефери. Рефери Сергей Назаренко.